сейчас выйдет из берегов. Давай засовывать ее обратно. Нет. Всем привет, вы на канале Мисалази Звоня. Мы будем снимать челлендж «Сколько количество пены?». У нас сегодня будет такой челлендж-эксперимент, потому что мы находимся в ванной, как вы все поняли, у нас набирается водичка. И у нас есть 4 разных пенки. 1, 2, 3, 4. Да, мы с Алисой будем пробовать в нашу ванную, обычную, в принципе, среднестатистическую, вылить, собственно, ну, начнем мы с одного флакона, потом второй, потом третий, потом четвертый, вот, и посмотреть, сколько пены может из этого всего получиться. То есть, вполне возможно, у нас сегодня будет потоп, Алис. Да. Да, ты в курсе? Да. А что это за пенка ты сейчас льешь? Маша и Миша? Да. Ну давай. Давай будем лить вот сюда, вот под краник, тогда ее прям будет много-много. Прозрачная. Прозрачная? Давай. Прямо лей. Оно просто будет тогда легче взбалтываться сразу. Лей-лей всю. Целиком весь флакон. Ой, что будет, что будет. Ну что там, льется? Да, льется. Так как-то медленно льется, да? Да. Во, теперь без крышки должно легко вылиться. Раз и все. Во, совсем другое дело. Так. Ну что там, пустой? Баллон, бидон, Маша. Все? Пусто, товарищи, пусто. Так, давай не останавливаться на достигнутом. Пока у нас тут пенка взбалтывается, давай следующую. Какую? Ух ты! Вот это, кстати, очень красивая пенка. Ариэль, принцессы Диснея. И она вот такая вот в форме замка. Пахнет морем. Алиса говорит, она пахнет морем. Ой, мы уронили крышечку. Так, помоги, а то у меня мокрые руки. А у тебя сухие. Так, сейчас помогу открыть. Вкусно? Да. Так, льем вторую бутыль. Тоже прозрачная, видите? Тоже прозрачная, да. Так, везде, по всему периметру ванны. Льем, льем. Что там у нас? Не, еще много, слушай. Прям эти пенки не рассчитаны на то, что их будут выливать сразу всю бутылку. А мы пробуем. Так, еще. Не надо ногу налила. Крутяк. Ну что, все? Два. Пустая? Два. Пустая. Ура. Ариэль тоже здесь. Так, давай мама поможет тебе взболтать. Взбалтываем. Так, мама помогала взбалтывать. И у нас вот уже пенка поднимается. Так, следующую Алиса открывает. Давай посмотрим, кто это. О, My Little Pony. И радуга Rainbow Dash тут нарисована. Льем. Мама пока взбалтывала, он потеряла. Он тоже прозрачный. Да, мама пока взбалтывала пену, потеряла обручальное кольцо. Льем. Льем. Так. Во, вот так прямо сильно-сильно давим. Чтобы она вся вылезла. Вся. Как мы будем потом Алису от этой пены отмывать? Ну что там? Все, давай. Ой, а запах у нас какой стоит. Надо крышку отвинтить. Льем. И так, льем, да, льем. Льем все, что у нас осталось. Так. Все, Rainbow Dash пустая. Осталось только шоколад. Ой, у нас там утонуло. Русалочка Ариэль утонула.
Давайте ее сполоснем. Сполоснем. Так, бутылочки ставим. Да что такое? Давай их на пол ставим. Буль-буль-буль-буль. Подводная лодочка. Ой. У меня вот там нога моя. Вот там. Вот там твоя нога? Да. Угу. Так, еще раз взбалтываем. Смотрите. Вот там моя нога. Поехали дальше. Так. У нас тут уже целый смузи. У нас здесь такие ароматы стоят. О, следующая пенка у нас принцесса, да? Это шоколадная, ребята, пенка, она пахнет просто невероятно вкусно. Да, все понюхали. Очень вкусно пахнет шоколадом. Коричневая. Она даже коричневая, ну потому что это шоколад, видимо, там. Только, ребята, не пробуйте на вкус, потому что все-таки, как ни крути, но это пена. Льем по всему периметру, льем. Так, может быть, тоже крышку снять? А, друзья, это вообще что-то с чем-то. У нас тут одна пена. Я не знаю, есть ли у нас вода, но пены у нас просто вообще невероятное количество. Есть вода, я чувствую. Есть вода? Где-то под попой, да? Да. Вообще, Алиса полностью вся в пене. Это круто. Ну что, давай, наверное, окунаться туда? Да. Давай окунайся. А как? С головой? Не, ну вот так, на спину. Вообще вот? Да. Погружаемся! Ой, где Алиса? Нет Алисы! Ты как на мягенькой подушечке. Что у тебя на голове, мадам? Вот это здорово. Давай я тебе выдружу, смотри. О, принцесса морской пены. Падаем, конечно. Опа. Вот это да! На нас пена, на нас такая пум! Вот так надо поставить, давай, смотри так. Пиу-пиу-пиу! Я крыса! Почему крыса? Ты морской котик! Ты где там? Ты что? Ты только её не ешь! Фу-фу-фу! Фу-фу-фу! Подожди! Да, вот это у нас... Дед Мороз! Сегодня крутой эксперимент. Мне нравится. Алисе нравится. Мне тоже нравится, если честно. Я бы хотела вот вместе с Алисой или вместо Алисы сейчас оказаться в этой ванне с кучей-кучей пены. Это очень круто. И запах просто волшебный. Меня эта пена вынимает. Всплываешь, да? Да. Круто, вообще очень круто. Вот смотри, сейчас мы тебя вообще вот так закопаем. Ложись. Сейчас мы тебя закопаем в эту пенку. Да, уши закрыли, уши и закрыли Алису почти. Где Алиса? Нет Алисы, вон Алиса. Одна моська торчит. Да. Это очень кайфово. Ну, на самом деле, Алис, мы с тобой выяснили одно. 4 бутылки пены – это... В самую гущу надо залезть. 4 бутылки пены – это вообще не предел, на самом деле. То есть, следующий наш с тобой эксперимент будет, наверное, бутылок, ну, минимум 10 пены. Правда же?
Да. Да, потому что у нас вот, ну как бы ее много, но могло бы быть и больше. Правда же? Чтобы мы вообще вылезли. Да, чтобы вообще эта пена как каша из кастрюли вылазила. Да? Да. Отлично, значит, у нас уже есть идея для следующего видео. Дорогие друзья, напишите нам в комментариях, хотели бы вы, чтобы мы залили в ванну 10 бутылок пены или 20 бутылок пены? 20! 20! В общем, напишите нам в комментариях, какое количество пен вы бы хотели, чтобы мы в эту ванну все-таки набухали. 10! И как бы это в результате выглядело, вот мы можем вам показать. Так что будем ждать от вас советов, идей, предложений. Алиса! Что ты делаешь? Что ты делаешь? У нас буря, шторм. Мама дорогая, вот сейчас пена точно из берегов выйдет. Бункер! Алиса, хватит! Нет! Это очень весело! Алиса! Посмотри, что сзади тебя! Там вообще просто пена поднялась, я не знаю. Кажется, Алиса хорошо взболтала пену, и теперь она действительно у нас занимает всю ванную. А, все, смотри, сейчас выйдет из берегов. Давай засовывать ее обратно. Нет, мама. Давай засовывать обратно пену. Что творится? Алиса, посмотри вокруг себя. Посмотри. Вот сейчас занырнуть, это просто... Просто я не знаю, что будет. Точно ты потеряешься. Уже звук такой... Бум. Алис, посмотри назад. Ты видишь, что происходит? Нет, так не делай! Всем пока! И подписывайтесь на канал Пенная Алиса. Пока-пока! Пенная вечеринка продолжается. А вам всем, дорогие друзья, пока-пока. И ждем ваших подписок и комментариев.